Всем доброе утро. Мне опять не спалось, я сплю очень мало, могу поспать днем, а ночью я сплю очень мало. И ни свет ни заря, еще не совсем зашло солнце, я решила сделать свое видео со своей личной пиццей. Но пиццей обычной, не художественной, не такой, которую я придумала, делать художественную для себя. А обычную пиццу и хочу сделать... Но я не знаю пока. Кусок большой, поэтому я не знаю, что это будет. Косметичка или сумка. Мне, в принципе, все равно. Либо такого среднего размера косметичка, либо небольшая сумочка. Ну, в общем, посмотрю, что получится. Пока это только основа, кусочек джинса, часть штанины. Я не стала отрезать и пороть этот основной шов. Это все равно будет внутри. Возможно, я сюда еще настрочу карманчик потом. Ну, внутри карманчики нужны. Сейчас я буду набрасывать сюда слой ткани. Когда набросаю, покажу. Ну, смысл как бы набрасывать и показывать. Я покажу уже, когда это будет либо совсем все набросано. Ну, как это выглядит, как я разложу свои кусочки лоскутиков. Ну все, поехали. Так как кусочков я не собираю мелких, а мне есть что выкинуть, покромсать, там, я не знаю, или просто выкинуть, не разрезаючи. Знаете, я вспоминаю эту поговорку. Кроме того, как выкрасить и выбросить, порежьте сначала на квадратики, потом на треугольнички, потом все это выбросите. Вот я вот таким образом кромсаю и расправляю. Сначала я разложу такие не очень презентабельные лоскутки. У меня их очень много, очень. Сначала не очень нужные, потом более симпатичные. Ну и закончу, конечно же, какими-то красивенькими. Так, тут у меня есть помельче, покрупнее. Я, конечно, уже начала собирать. Я уже начала собирать вот такие, но кружится я чуть попозже. А вот такие можно положить. Вот через органзу будет красиво смотреться, а так этот кусочек, ну, он не нужен уже. Ой, я как не залезу то в шкаф, то на балкон, а у меня там Матерь Божья. Что у меня там еще происходит? Смотрите, какие разновидности такого атласного всякого. Подкладочная, все что угодно. У меня сегодня такое настроение, особо ничего шить не хочется. А сидеть тоже просто так не хочется без дела. Но атласные кусочки, я думаю, стоит потом перевернуть именно блестящей стороной, красивой. Хочется, чтобы и зелень была, конечно, такого весеннего. Я вот не знаю, как мне на края разложить. Наверное, более крупные какие-то кусочки. Вот у меня даже кусочек ситца есть, совершенно мне ненужного. От старой ненужной салфетки, от которой мы вырезали с вами вышивки. Ну, так для разнообразия, чтобы осветлить, вот она тоже сюда пойдет. Никогда в жизни не думала, что такое барахло я буду использовать еще в чем-то, в каком-то своем проекте. Так, ну вот черненькие можно порезать. Хотя я так не люблю черный цвет. Я очень редко его использую в вещах. Ну, для толстоты, как бы сказать, для толщины пиццы, это, конечно, все пригодится. Этот весь красивый синий кусочек я переверну потом красиво. Ну, вот таким образом. У меня это происходит вот таким образом. Ладно, израсходую и этот красивый цвет. Там где-то такой кусочек еще был у меня. Их на самом деле так много.
На балконе чемодан один, коробка еще. Оказывается, в шкафу здесь у меня полно. Стала смотреть, а у меня... Стала смотреть, а у меня и в столе насобрано. У меня столько, я живу одна. В принципе, место есть, куда вещи складывать. Ну, вещи свои. Свои лоскутики, свои ниточки любимые. Я же еще и вяжу, ко всему прочему. Так, а вот это я искала, было нужно, теперь нашла, когда не нужно. Так, мусор нашла. Ну вот, шифоновый кусочек целый положу. Так, ну я смотрю, таких вот прям лоскутиков, которые лоскутики никуда не нужны, не особо найдешь у меня. Зря выбрасывала обрезки. Вот зря я их выбрасывала. Ну, не зря, конечно, господи. Ну, что их собирать? Не знаю, я, ну, не вижу я такое. Гляньте, вот уже нарезала. Сейчас еще. Еще два раза постолько, конечно, нужно. И тогда, о, вот нашла. Вот нашла обрезочек. Это я уже вот, когда делала свои, вот, подходящие. Вот как раз для... Как раз для пиццы очень подходящий цвет и качество. По вот этой плохо шьет машинка. Я ее не буду сюда. Еще белого. Белый некрасиво будет просматривать. Хочется. О, вот еще нашла то, что нужно. Так, ну я сейчас разровняю, потом разложу красиво, потом покажу еще. Вот что у меня получается. Вот так я разбросала. Правда, хочу потолще, чтобы она получилась, эта пицца. А в итоге забросала красивые лоскутики менее красивыми. А теперь начинаю выкапывать, все раздвигается. Поэтому нужно, наверное, в следующий раз как-то продумывать это, имейте в виду. Там ниточки какие-то нашла. Тоже сюда их вложила. И вот так все сдвинулось. Та ткань, которая подкладочная, она такая наглая. Вылезла вверх. А та, которая вот красивенькая такая, блестявенькая, она почему-то вся оказалась внутри. Ну, в общем, вот так вот. Все, я накрываю теперь это дело органзой. С какой стороны лучше блестит? Мне все время кажется, что эта органза имеет лицо и изнанку. Я сейчас все это накрываю, глажу. Потом я это все скалываю аккуратно. Такое впечатление, что там все-таки сдвинулось что-то. И кажется, что посредине более толсто. Очень не хочется, чтобы это было все неровно. А как-то так получается, что внутри, по-моему, посредине такое ощущение, что толще все сложилось. Я, конечно, потом все это... Как-то еще подвигаю, возможно. Ну, в общем, попробую сейчас. Все это есть, конечно, много в интернете разных интерпретаций. Ну, такая интересная техника. Но разве можно пройти мимо нее? Ну, очень красивая техника. Кто-то придумал. Не знаю, я не попалась мне информация, кто именно придумал эту технику. Нужно посмотреть самой в интернете, в поисковике. Ну, очень она интересная. Прям посмотрите. Единственное, боюсь, может быть, эти ниточки все-таки здесь
Хотя, когда они еще перестрочатся, наверное, будет еще интереснее. Подумать нужно, какой ниткой я буду строчить. Так, продолжение следует. Я все аккуратно сколола. Сейчас аккуратненько, не дыша, перенесу на машинку, на швейную. Вернее, к машинке швейной. И начну прострачивать. Как у меня все это получится, я еще не знаю. Я такие мелкие еще никогда не строчила. Пока закалывала, много чего сдвинулось. Я думаю, будет хорошо. Все, пошла строчить. Очень я мечтала, что поработаю до обеда и все успею сделать. Не тут-то было, но перерыв был, в общем-то, для меня ожидаем и приятен, можно сказать. Это мои любимые клиенты. Я от них зависимо от их посещений, поэтому никуда не денешься. Просто возникает иногда необходимость у людей срочно прийти, поэтому я всегда этому только рада. Выключился мой компьютер уже ночь, уже буквально ночь, стемнело. Я только-только смогла взяться. Где-то час я строчила стежку. Первый раз кусочки растеряла, по краям вылезли. Я прошу прощения, может, я по-быстрому рукой, скажут, мелькает. Мелькает, да, я ниточки. Те, кто имеет зрение сниженное, как у меня, всю жизнь, тот меня поймет, что со стола вытираешь, сначала щупаешь, потом вытираешь, чтобы не присматриваться. И так это все на ощупь изредка делается. Я хочу ниточки торчащие срезать. Посмотрите, какая красота получилась. Яркенько, как я люблю. Блестявишно, яркенько. Я эти ниточки сверху срежу, а внутри просто подергаю, чтобы ничего не торчало. Я их подергаю, чтобы они выдернулись наизнанку. Я думаю, с одной стороны, в принципе, так более-менее нормально, но я, наверное, все-таки сюда поставлю еще подклад. И подклад, я уже на подклад настрочу кармашики. Не хочется мне, чтобы... Если бы уж совсем без изъяна, ни единой ниточки, строчка сама получилась очень даже неплохая, посмотрите. Но недостаточно плотная моя пицца получилась. Можно было набрасывать еще сильнее. Машинку не хотелось нагружать очень сильно. В некоторых местах она даже так это закапризничала. И мне пришлось раскручивать всю гнездо, там где зубья. Застряли нитки, что-то там. Закапризничала она. Поэтому... красивая! Очень красиво. Такая лоскут такой получился, конечно, огромный, поэтому это будет где-то вот такая сумочка. Значит, на сегодня я уже все откладываю. На этом заканчиваю. Сейчас ее проутюжу хорошенько. Она еще влажноватая. Я брызгала, строчила, гладила. Включила. Я его отложу, этот кусок. Завтра я сделаю подкладу, пришью карманы для мобильного, для мелочи, на замочки, наверное, нужно. Может быть, даже для документов. Все-таки в Донецке приходится иногда. Не иногда, вообще-то у нас требуется документы носить с собой, потому как и комендантские часы. Мало ли, какая проверка может быть. Я иногда забываю документы. Но носить их нужно, и хочется их не испортить, не заносить, не затрепать.
Я уже видела в разном состоянии у людей документы, кому приходится часто выходить и часто куда-то идти. В общем-то, я сравняю, обработаю. Обработаю я, наверное, ну, окантовку сделаю либо руликом, либо какой-то лентой. Мне вот нужно сделать аксессуар к моей безрукавке. Не знаю, не слишком ли... Совсем утюг не греет. Не слишком ли пестро будет? Надо, наверное, очень темненькую пиццу делать под такой клапан. Я уже продумывала, как мне скомбинировать. Есть еще один платок, но мне не хочется его портить, потому что с того платка получится полноценная... Да, совсем утюг не греет уже. Так не хочется мне его в ремонт нести. Лапуся, пожалуйста, не капризничай, я очень занята. Это она меня уже спать зовет. Здесь еще можно одну строчку проложить. Сейчас я посмотрю. Я строчила на глаз, ну так что-то вроде бы квадратной стежки. Ну, уже никакую больше другую не буду делать. Ой, очень мне нравится эта техника. Прям, конечно, такая она нарядная очень. Правда, что из ничего. Слушайте, ну утюг... А, он начал греться. Надумал. Утюг мой надумал греться. А мне нужно хорошо просушить этот лоскут на ночь. И там достаточно сырости в квартире с этой погодой. Если бы я хотя бы ниточку однотонную поставила, а так я ставлю все, что все остатки, когда в такую строчку я пускаю, ну, иногда не обдумавши, все шпульки освобождаю, такие есть, а потом заново, ну, наполняю. Ну, это как бы оправдывает себя, когда можно внутрь закрыть. Ну, я хотела это поставить уже как бы на саму подкладу. Подкладу. У меня много ткани, поэтому поставлю подкладу какую-нибудь веселую тоже. Или веселую, или просто красивую. И все. Ой, такая красивая. Я не знаю, видно ли, там кружево есть, переливается все. Там очень много кружева и парчи. Я все люблю блестящее. Спонтанно мне захотелось сделать эту пиццу именно в таком виде. Все делают в интернете, я вдохновляюсь, и мне так хочется, ну и загорелась и я. А вообще, конечно, нужно было лучше подготовиться и найти. У меня есть кружевные такие, цветочки кружевные можно было бы кое-где ставить. Но она и так, ну, очень красивая. Ну, до чего же техника приятная. Придумал же кто-то, дай бог здоровья этому человеку, кто придумал такую красоту. Утюг совсем не греет. Ладно, мне достаточно того, как он погладил. Но машинку он мне вышивальную расплавил на краю. Тот, который плохо греет утюг. Тот утюг, который плохо греет. Представляете? Так, ну все. Я выключаюсь. И продолжу завтра свои съемки и болтушки. На сегодня всем спокойной ночи.